рад приветствовать на нашем летнем концерте. В центрифуге лето просто. Мы светим ярко, как звезды прям со мной.
вечер не пройдет зазря. Наступит новая заря. Наши дети встанут в клин и под песни группы Сплин. Встретят новое лето. Мы светим ярко, как звезды, как самой. На наших советских воротниках предел мечтаний, как ромы пепси-кола. И джинсовая кепка на журнальных листах. Спасибо, да. Мы сегодня практически все песни будем играть в новых, непривычных ни для нас, ни для вас аранжировках. Ну вот. Что ж ты опять хотел сказать? Никогда не идет на уступки. У дорог каблуками отбивают ритм проститутки. Дурная овца, волк среди овец. Перелетные птицы берут билет в один конец. Словно раненый лев спит подобно медвору. Завтра будет вторник.
важно, кто здесь прав. Виноватым будешь ты. На неокрепших головах возвышаются кресты. Уже расставлены посты. Нас поднимут на руках, бросят петли и костры. И все на своих местах, все подписаны листы. Словлены глаза, ярко светятся кресты. Песня будет. Она с альбома «Культура доминирования», но просто, ну, вряд ли кто-то поймет, что это за песня, если я не скажу. Это песня «До завтра». Вы знаете эту песню? Вот сейчас вы поймете, что вы не знаете эту песню. Ладонях горит свет, готовишь снова западню. Я не найду ответ в твоих словах, и я уйду. До завтра, прощай, до завтра, скоро ночь.
прощаю до завтра, прощаю. Сотрет мороз, наступит новая зима. Ты повтори вопрос, но в этот раз уйдешь сама. До завтра, прощай, до завтра, скоро ночь. Прощай, до завтра, прощай. Я вижу, как волны смывают следы на песке. Я вижу, как ветер поет эту странную песню. Я слышу, как струны деревьев играют в нее. Музыку волн, музыку ветра. Музыку волн, музыку ветра. Здесь трудно сказать, что такое машина. Здесь нужно руками кидать воду вверх. Музыка волн, музыка ветра. Музыка волн, музыка ветра.
кто из вас помнит тех, кто сбился с дороги? Кто из вас помнит за тех, кто смеялся и пел? Кто из вас помнит, чувствуя холод приклада? Музыку волн, музыку ветра. Музыку волн, музыку ветра. Музыку волн, музыку ветра. Музыку волн, музыку ветра. Завтра того
Спасибо большое. Сделали выступление в двух отделениях. Первое отделение такое вот, не знаю, электроакустическое наше с Игорем, как все-таки участников непосредственного проекта группы «Плох». И нам во втором отделении поможет некоторое количество музыкантов из Петербурга. Вот хотелось бы их пригласить сейчас сюда, по возможности. Вы как бы думали, вот, а как объявить, короче, участников? То есть, ну, это же так немного тупо, знаете, что там бас-гитара и так далее. Вот, это довольно тупо. Вот, поэтому я в процессе выступления по желанию объявлю всех участников обязательно. Thank you.
началось, на самом деле, с того, что мы выяснили, что у нас есть знакомая велосипедистка Дарья. Вот. Сергей, на минуточку, басист группы «Афинаж». Thank you.
Хочется пригласить еще одного человека. Он у нас участвует не во всех треках, только там, где это действительно необходимо. Вот. Саксофонист Александр Зендер. Максимально близкое к городу Санкт-Петербургу. Лиговский проспект. Thank you.
Спасибо. Наше сердце, которое как новый мотор. Андрей из группы «Меркуриум». Thank you.
Спасибо. Новостройки. Наша, но она максимально повлияла на меня, я думаю, на многих здесь, и вообще нам невозможно высказать, насколько многих она повлияла, насколько это важная группа и насколько это важная песня. Хоть и многие до сих пор не могут понять, о чем она конкретно, но это некая, мне кажется, форма магии, что ли, если можно выразиться так. Thank you.
Спасибо вам. Спасибо, Лёха. Есть деревянный пол, чтобы встать, в углу стать стул, чтобы сесть, облезлая комната, чтобы в ней спать, и что-то стоит на столе, чтобы съесть. Денег дадут, чтобы пел. Первая строчка вторую поможет забыть. Жаль, что сегодня я не успел. Спасибо вам.
Спасибо. Мы все вместе старались здесь для вас. Я постараюсь еще полторы минуты. Спасибо, ребят. Все, на этом у нас все. Не представил только одного чувака, Игорь Старшинов. Ну, в принципе, можно, да? Ребята, вот, вы тут сейчас. Спасибо вам.